В Оренбургском филиале МНТК микрохирургия глаза отметили своеобразный юбилей. Была выполнена 250-тысячная операция. Пересадку роговицы пожилому пациенту провел бессменный директор клиники, профессор Владимир Конюков. За ходом сложнейшего вмешательства наблюдала наша съемочная группа. Наверное, такой операции в мире нет, которую вы не можете делать здесь? Практически я все делаю. Я даже делаю те большие онкологические операции, которые сейчас уже никто не делает. Владимир Конюков, бессменный директор Оренбургского филиала МНТК микрохирургии глаза, с гордостью показывает свое учреждение. За 24 года его работы освоено огромное количество методик по возвращению пациентам одной из самых важных функций организма – зрения. На днях здесь выполнили 250-тысячную операцию. Действительно, показатели очень высокие. Но самое главное для того, что у нас только супертехнология. Значит, если катаракта, значит, бесшовная хирургия, разрез, а точнее прокол в 2,2 мм. Юбилейную операцию провели Константину Медведеву. Ему 81 год. Кстати, даже очень преклонный возраст не является противопоказанием для лечения в стенах МНТК. Старейшей пациентке, которой здесь оказали помощь, было 102 года. У Константина Николаевича особый случай – вирусное поражение роговицы. У меня один глаз от роговицы пораженный, вот никак корябый там немного. И вот надо убрать эту боль. Сейчас вот делают уже еще одну операцию. Технология по пересадке роговицы сложнейшая. За операционным микроскопом профессор Владимир Конюков. Сначала специальным инструментом он удаляет пораженный участок, а затем на его место подшивает донорский материал. Работа тончайшая. Специалисты МНТК оперируют не только у себя в клинике. В арсенале филиала передвижной вагон, на котором они исколесили всю область. Лечили пациентов даже в участковых больницах. Можно операцию сделать в любом помещении, в любой комнате. Мы привозили свой операционный стол, свой операционный микроскоп, свои самые современные фак-машины. Мы впервые в мировой практике в условиях участковой больницы мы сделали, запланировали 15, но два пациента отпали. Мы сделали 13 лазерных фак-эмульсификаций. 250-тысячная операция по пересадке роговицы прошла успешно. Теперь пациент снова будет видеть хорошо. А это для специалистов Оренбургского филиала МНТК микрохирургии глаза самое главное. –